Медали и путевки. Чемпионат Украины по фигурному катанию среди юниоров завершился в Киеве. На нем определились победители в танцевальных дуэтах, спортивных парах. Вместе с титулами они получили и путевки на юниорский чемпионат мира, который в марте состоится в хорватском Загребе. Как проходил чемпионат и кто стал фаворитами соревнования, Олег Шумейко расскажет. Чемпион Украины, 17-летний Иван Шмуратко в юниорах лучший второй год кряду. Ему удалось практически без ошибок откатать обе программы, в сумме набрав рекордные для себя 224 балла. Победитель счастлив, но к себе требователен. В короткой программе двойной флип и в произвольной в конце я не доделал. Вместо тройного сальхо в каскаде сделал двойной. Но все же я доволен полностью прокатом, потому что он у меня получился чистым первый раз за сезон произвольной программы. В танцах на льду победили харьковские фигуристы Дарья Попова и Владимир Беликов. Теперь строят планы на ближайший чемпионат мира среди юниоров. Есть одна цель, такая же, как и весь сезон, это с гордостью нести свой флаг. Все. Это было в Дортмунде, это было на двух гран-при, Рига, Таллин, Минск, чемпионат Европы. Вот мы снова подтвердили звание, что мы можем представлять Украину на международной арене, а конкретно чемпионат мира, поэтому будем стараться не подвести Украину и там. В спортивных парах с большим отрывом победили фигуристы из Днепра София Нестерова, Артем Даринский. Говорят, что в украинском чемпионате конкуренции не ощутили, но понимают, на международных стартах будет сложнее. Мы просто не смотрим на тех спортсменов, которые выступают на Украине, а больше на международном классе уже. Ну, для нас это чемпионат Украины, это как проверочный прокат перед следующими стартами. Как бы для нас сильно это не сильно важно. Помимо победителей, на юниорский чемпионат мира в Загреб отправится также серебряный призер юношей Андрей Кокура. Путевок для Украины здесь две, благодаря успешному выступлению украинского фигуриста Ивана Павлова на предыдущем турнире. Олег Шумейко, Сергей Савчук, UATV.